прыжок, выступление на прыжке прошли очень удачно. Я на самом деле боялась, потому что большой перерыв был после Олимпиады. И когда я выходила на прыжок, я очень переживала, я нервничала. Но мои переживания были не напрасны. Напрасны? Напрасны? Я боюсь, что all went well. Но в детстве у меня было очень много травм, связанных с ногами. И проходили восстановление достаточно очень, ну, так скажем, часто. Потому что много зон роста было. И на самом деле меня это даже больше закаляет, когда я выбываю и обратно возвращаюсь. Наверное, еще так можно сказать. То, что у меня вот боли, допустим, в спине, да, и они меня вот это вот восстановление закалило так, то, что я иногда могу отключиться и боль не чувствовать. Вот. Yeah, so she's used to pain and working through pain. She's thinking it's almost an advantage. Yeah. Okay, last one is this one. Да. Hey, I'm glad. Быть продолжительной, да? А какая у тебя вообще цель в плане, или ты не ставишь? Там? Вообще, я очень хочу олимпийское золото на прыжке. Really yeah. Okay. Ну, а там как бог даст, русская фраза. Congratulations. Спасибо. Yeah.